Лайт Респект, с вами Димпект. Это бизарное приключение в Майнкрафте. У нас сегодня пошло немного не по плану, но... Окей, все, погнали. Ну все. Короче, у нас тут произошло небольшое дерьмецо. У нас просралась запись. А? И поэтому я вкратце покажу, что у нас происходило, используя некоторые звуковые моменты из записанного материала. Так, мне нужно будет взять стрелу стенда и использовать ее. Блин, что ты голодом? Можно у меня автоматически выйдет хлебушка? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фигачит. Какой стенд будет? Какой стенд будет? Мне нужен хороший стенд. Мощный стенд. Дай Star Platinum или The World. Или Crazy Diamond. The World, да. Star Platinum! Ильяс? Ильяс? Иди сюда. Но оно тебя почти все хп собьет. Неинтересно, кем ты будешь. Мне и так полсердечка, сыграть почти все хп. Нажми М. М нажми. Ну я владел дух злой. М? М, да. Нет! Нет, нет! No. Wait. Найс! Мне эта штука нравится. Да? Сожги мусор. Все, ты можешь сжечь мусор все. А. Алло. Источник горит. А-а-а! Стоя, горю! Я бежал со всех ног. Даже не думал о битве с ним. Мне очень повезло. Иди сюда, пес. А мне еды нет, чувак, дай мне еду. Сейчас ты получишь. Скоро качнулся я, хамон? А? Я не прыгаю. Скоро качнулся я, хамон? Нет! Чёрт! Пёс, стой! Капец, что творишь? И-и-и, вот этот кузнечик играет. Чувак, на, возьми яблочко. Ну да. А нет, что вы... Эй, беги. Зум, эксерт. Не надо! Что делаете? Вот это поворот! И че все мы не отфигачили? Посмотри, я бегаю за спину. А я могу зато по это ползать по этим. По. Смотри, как умею. Секунду. Ханя Ханома. Видишь? Я Человек-паук. У тебя есть стенд. Погодь. Так, все, ниже. Тут жители запер. Забирай. Коммунизм. Что это такое? Ой, о! Не знаю. Стая рун. Макинический вращатель. А, здесь технологии у них есть. Колбаски. Рукоятка. Житель, да.
Сырые лосиные ребра, чё? Сундук. Ни хрена, арбалет! Ой. Ой. Ора-ора просто. Не обессудь. Ой, не тот. Тот. Ну что, поесть, да? Да как сломать-то, говно? Да подождите вы. О, чё за хрена-то? Да блин, как стенд включить, во. Ай. Надо, короче, быстро выключать. Вырубай эту фигню. Помогай, Алёша! Я хреначит. Темный дуб, нафиг не нужен. Погнали бегать, смотри, что есть. Так. Ты, кстати, просьба далеко, короче, нам не убегаешь, иначе нас может лагать сильно. Подойди к водице. Я покажу прикол. Давай. Быстрее. Ой, подожди. Погоди, как там это? Так как это делать? Так как это делается-то? Я же умею это делать. Кстати, мы сейчас можем так классно шахту копать. Говорился. Кто? Здесь печка еще. Ты поставил? Нет. Есть. А, кстати, го попробуем печку. У тебя же это мясо есть, иди сюда. Яс, го пожарим. Попробуй, ты как-то можешь это... А, это, блин, это плавильная печь, это... Я не могу. Тут только это можно. Но ты можешь, да, не, ты реально можешь меня... жарить. Пользуешь эту фигню, тебе даже уголь не нужно, охренеть. Медный слиток. Качается огонь или нет? Да, вот. Качается огонь? По-моему, нет. Он заниматься, так тебе скажу. Алмазы! Рыбу. Я тут нашел алмазики. А это что такое? Но с нашими данжами можно запросто найти. А, это уголь просто. А я думал, сова. Азис, спавнишь, слышишь? Тут что-то интересное. Ты куда тут упал, чувак? Бегай. Старт. Угу, чекнул. О, древний там. Блин, у меня места нету. Так, книги выкину. Еды нет. Давай печку сделаем. О, у меня как раз есть это. У меня хлеб. Верстак. Верстак я могу сделать. Хотя, может, пока выкинуть, там он пока нахрен не нужен. Пчелиные один соты. Так, редстоуны, нафиг. Картошка у нас есть, нафиг ее. Дубовый дуб. Ну, нужна тебе? Испугались? Обосрался. Броне, почему зачарка там еще одна? На огне. А, на огнеупорность, ну ладно. Ты закинь эту еду, пожалуйста, сюда. Я закинул. Да, кончилось. Новую давай. Ты все съел? Ты забрал, я только одну говяжку съел. Я больше не было. Я не съел, я не забрал. А? Нет, меня. О! Новая способность! У-ху! Короче, смотри, что я мог делать. А! Ну не так же, а! Типа хамон, да? Тратится. Я не знаю, что мы играем. Что? О, да, я не знаю, ты мне воздух выбираешь. И чё? Так, и вот я высосал, и чё? Он мне просто... останавливается, всё. А, ну окей. Чё здесь есть? А, не стреляй. Пластинки! Блин! Ильяс, Ильяс, там, можешь вы забрать вещи? Ильяс, помоги, пожалуйста. Где? Иди сюда. Просто здесь много всего, и я не могу даже забрать это. Ай. Где? Ильяс, он тут напал! Я просто же иду мимо, на меня сундук напал, кого хрена? Фу, блин. Так.
Че? Еще алмазы! Еще алмазы! Сколько алмазов-то, а? Погоди. А, наверх. Я пока это, алмазы добуду. Дом, милый дом. Потом все поставим как-нибудь прикольненько, но это потом уже. Так, у тебя алмазные это ботиночки, да, есть? Короче, нужен один алмаз, и тебе сделаю фулл сет брони. О, нифига мне крит подкидывает. Да? Погодь, стой, подожди меня. Я тоже хочу, чтобы я подкидывал. Я бегу. Я еду сделал. О, щит, что это такое? Пол хп открыл, нахуй. О, зомби с зачарованного. Ни хрена, че их так много-то с тобой? Что это за чудики? Алло, ты, может быть, будешь биться будешь, а? А, здрасте. А мне еду. Оп. Ай. На, тут. Трюк, пожалуй. На пару пепер. Сегодня ты хлеб давал, куда ты его делал? Что ты мне давал? Хлеб. Как быстро выкидывать? Ю. Это что за хрен? Что это такое? Ты кто? Стоп! Что это за хрен такой? Я, кстати, меньше... А, знаешь, я... Ну, я горю, но я меньше горю, чем... Да, если так... Тролль! Баран, блин, что это за хрен? Будет. А ты деревня лутай, тут бывает, там у них алмазик и так далее. Вот, железный меч, ни хрена, черный лотос. Излучает сильно магические вибрации. Вибрация? Магические, не надо. Да что за привидение, Алёша? Погоди! Обожди меня! Ну такие сволочи бег... О, что за башня? Что башня? Это твой. Зачарование дел. Он зажан. Сол зачарование, я пом. О, короче. Так, короче, штучка нам нужна, лапку возьму, бирку возьму. Можно ли мне как-нибудь успокоить? Так, знаешь, что я хочу найти? Как сделать бэкпэк? Рюкзак. Так. Значит, на русском говорю. За. А! У тебя есть кожа? Там была кожа. Нам нужно 8 кожи. 8 кожи, 8 этих, как паутинок. И 2 сундука. И мы сможем сделать. В общем, отправляемся в путь искать что-то интересное. Там что-то есть, по-моему. Вот цветочек на снегу растет. Прикол. Они как... А, ну да, я вижу как раз. Такие птички. Бэр.
Что это? Погодь ты меня, а? Вот как. Обожди. О, щит. Бэйби, шарк, ту-ту-ту-ту-ту. Это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь, и 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 это. Да, нужно постоянно набирать воздух, иначе больно будет. Кстати, по зомби очень сильно проходит это хамон. То есть, типа топ урон наносит. Типа... А, да меня за что? Просто здравствуй, как дела? I need some help. Оно смотрит на меня. Я люблю жрать лапшу. Дядя, ты заходить не будешь? Я уже снимаю, мне фигачит. Help me, please. Help. Зомби. Жир. А где зомби? Жир. Нет. А зомби исчез. Он испарился. Ой. Ой-ой, тут моба. Я не могу зацепиться. А, зацепился. О, сундучок. О, щит, ни хрена там нафига. А что лагает так все? О-о-о. Забрать, забрать, забрать. А тут еще какой-то этот. Дан с пилледжерами. А-а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 -
Чудейская книга вне полностью. Прикольно, чуть. Порох собираем. Так, мне, мне надо дать тебе этот. Ой-ой-ой! Эй, птиц реально. Ну, а так, что за Алекс? Я не знаю, что за Алекс. А что за Алекс? Какая Алекс? Где? А что я сделаю? Здесь что? Алекс? Какой? Бегает. Что это кто? Это скелет! Это скелет! Подожди! Это скелет в броне! Он добрый! Это скелеты в броне! Чего? Это самое, мы уже здесь наши полномочия все. Ой-ой, тут босс! Тут босс! Ой, да. Ой-ой-ой! Ты чё? Я устрою ему ора-ора. Жаль, конечно, этого добряка. О, ну, я убил их. Ильяс, я нашел на маске. Ильяс, не сюда. А у них ничего нет сундука. Чего я, чего я делаю, Мэн, что это штука? Чё? Маска, маска Чунга-Чанга? А, нифига, я могу Чунга-Чангу призвать. Где? Как?
Мне нужна маска, я смогу маски чуть на чаток призывать. Здрасте. Ты хороший человек, и сразу видно. Да конечно, мне лопата хотел зарубить. Ну говоришь, хороший человек. Колчан что-то у него? Не знаю. Так, мне нужен, короче, еще один, в смысле? Еще один Барак Обама. Да. Илья, давайте вторую маску возьмем, а? Барак Обама, еще один, вроде как, есть. Что это, для чего? Villager will be made show to play. Не хочу быть на таран. Какую нам это еще рюкзак помощнее? Что ты говоришь? Погодь, сейчас я к тебе иду. Я тебе кое-что дам. Как дарует скорость, а что если? Что это за маска? Зато на себя одеть. Так я. Наоборот, ты наоборот ее одеть должен. А вот эту маску ты использовать должен. Вот, видишь, я могу так сейчас сделать. Вот. А, что он будет делать? Типа помогать тебе. Сколько он вообще? Да не знаю. На, короче, это тебе. Этот рюкзак ты можешь одеть на спину. Поставь себе в бэкпэк, чтобы он... Он меня хилит! Тихо! Он хилит меня! Меня. Это мой, а твой, наверное, тебя должен хилить. Если тебя очистить, то я тебя ударю. Подожди. А с ними торговаться еще можно? А если тебя убью? Я тебя убью. Ну ладно. А, их можно обратно зазывать. И поэтому ты зазвал моего, да? А, нет, ты... Офигеть, это прикольно. Все, со мной будут дебютчики. Они бесконечные или нет? Ну, наверное, если они умрут, то они умрут. Ну, а так прикольно. Капец, ты просто сжег его трон. Мы просто уничтожили чей-то дом. Ну ладно. Иди ко мне. Ой. Не надо. Давайте решимся мирно. Ага. Ну значит, здорово. Чувак, иди ко мне. Здесь у меня очень много засранцев, но очень много лута. Я не могу. Они лагают еще все. Их очень много. Мне нужно... Тут можно поджечь. Тут можно все сжечь. Сразу появился, да? А что, у меня стендер залагал. Что происходит? Ой. Да? Или это ты выбросил, подожди. Это мусор выбросил? Нет. Здесь... Зачем сундук? Там дофига лута. Сейчас я... Это... Я вещь свою забрать. Оу, щи! Призови этих даунов. Ты... А, ты опять сдох! Всё просто. Да, ты меня убил. А, да? А, сори. Это просто, что происходит? Илья, жди их, пожалуйста. Можешь их поджечь? Так, капец, у меня есть мусора. Будем забирать для пластинок? Ну не знаю, забирай все, я в рюкзак потом положу. А, так, я сейчас залутаю быстренько, окей? Ты живи тут. Я сейчас иду. Я понял. Сейчас иду. Оказалось, кстати, у меня еще две способности осталось открыть. Старфингер и Завар. Короче, пошли отсюда, может, нахрен, а? Нам колокольный нужен, огненный заряд и золотая мотыга. Я нашел портал. Мы идем? Сейчас, давай, сгоняй. У тебя... А, кстати, Андрес, ты можешь поджечь портал? О, погоди, сначала золото собрать. Кстати, надо бы сделать все золотые какие-то доспехи. Типа шлем или ботиночек. Вот, как раз вот я нашел себе золотые эту штучку. Мотыга появилась. А я тебе сейчас сделал золотые ботинки. На. Это я заберу сюда. Лучше бы ботинки делал. Какая разница, у нас золото дофига.
Не... Это же золотой шлем. А, да? А это не тот золотой шлем, это не поможет. Точно. Пробуй поджечь, пробуй поджечь. Но не меня. А, нифига, реально, то есть без зажигалки нужно. Что делаешь? Ты ждешь меня из портала, ты что, как это делаешь? Стоп, ты до сих пор ждешь, у тебя стенд остался тут. Прямом он ждет. Так, на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В ад не сходим в следующей серии, и всем... Аривидерчи.